работала в течение долгих 7 лет. Целью считала создание народной легенды в музыкальных образах. И самое главное, мне хотелось создать оперу для впервые для народных исполнителей, чтобы органика была основой. То есть органика в народном стихе, подлинной народной легенде, в народных действиях, самом как основе оперы, в народных обрядах, и все это должно было выйти средствами народного музицирования. То есть здесь принимал участие оркестр русских народных инструментов как основа, народные голоса впервые, и затем народный хор как одно из главных действующих лиц, поскольку это опера эпичная.